Ну что вы как Верховная Рада? Много шумите, но ничего толком сделать не можете. Я не понял, кто это там не может сделать? Кто там шумит? Слышишь, деятель? Ты вообще ты работаешь? Ты написал что-нибудь? Ну вот. Что вот? Это обращение к мэру. Какому мэру обращение? Нашему мэру. А, понятно. Посадят. Пока он мэр, его никто не посадит. Согласен. Поехали. Кто виноват, что ты устал? Вокруг тебя опять скандал. Ты суд по склонам проиграл и на Фейсбуке написал. Что не твоя, устом вина. Такая, блин, у нас страна. Но ты с кувалдою придешь и всю им стройку разобьешь. Не верим мы в твои старания, пусты народу обещания. Ведь если ты с кувалдой вышел, значит будет новая беда. Ла-ла-ла-лай, уа-па-па-ла-ла-лай. Нормально получилось. Уа-ла-ла, уа-ла-ла-лай, уа-па-па-ла-ла-лай. Гениально, вообще, вот классно, вот ну, нормально. Выключай и на YouTube. Согласен.